Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, какое же сообщение ищет вас. Важное. Давайте посмотрим, от кого сообщение. Здесь сообщение либо о втором источнике дохода, либо... А, да, вот только подумала, девочки. Либо предложение какое-то будет по работе. Но здесь, скорее всего, если работа, карьера, бизнес, то какое-то предложение о повышении в должности или о карьерном росте. Больше всего, конечно, я вижу в этом важном для вас сообщении мужчину. Какой-то мужчина. Либо вернется мужчина. Вот, мужчина постарше вас, сильный, властный, вот, скорее всего, при должности, возможно, обеспеченный. Вот, а также, девочки, мужчин двое, то есть второй мужчина, если у вас есть сейчас знакомство, или будут, может быть, знакомства, да, если вы сейчас в поиске или в ожидании. В любом случае, я тут вижу важное для вас сообщение именно в том, что встретите вы достойного, обеспеченного мужчину постарше вас, именно для создания семьи. И встретите вы его не быстро, если сейчас, вообще не важно, в каких вы сейчас отношениях, но мужчина действительно очень серьезный и очень достойный. И встретите вы его через 2 года. Да, это не быстро, но учитывая, что мужчина такой, что именно, вот хочется сказать, даже покажет вам, какими должны быть семейные отношения.